подробно проинформировал Александра Григорьевича о развитии специальной военной операции на Донбассе и Украине и о ходе переговорного процесса по этой теме. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным во многом благодаря личным усилиям президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов.